Друзья, всем привет! Вы на канале Баз93. Сегодня у нас такое интересное видео про Mercedes 211, про переходник, про то, как он не подходит. Переходник, предназначенный для Mercedes 211, не подходит по пинам от слова совсем. Покажем мы, как его перепиновали, как это вам сделать, если вы столкнулись с такой же самой проблемой. Магнитола у вас не включается, не совпадает у нас акустика, в общем, не совпадает ничего. Что делать? Сейчас мы вам все это покажем. Вот он, переходник, который обычно идет в продаже, на котором даже написано 211 ML S350 Vita Viana R350 V203. То есть вот эти вот модели, на которые это все подходит, якобы, и 211 в том числе, но нет. Продали, в общем, данную магнитолу своему товарищу, он воткнул, а звука нет. Нет ни звука, магнитола не включается. В итоге начали разбираться, пины совсем не попадают, не попадает ни питание, ни акустика. Хорошо, что они не просто перепутаны, они просто не в тех местах вставлены, и магнитола не сгорела. Как бы это могло привести к сгоранию CC3 360, что очень плачевно. Соответственно, видите, где у нас здесь находятся пины все. Видите, у нас пары акустические идут сверху вниз, попарно сверху пара и пошли вниз. 1, 2, 3, 4 пары у нас динамиков. И видите, где у нас питание. Нужно же сделать вот так. Питание у нас идет не попарно сверху вниз, а пары идут у нас вот так вот. Верхние зеленый, справа оранжевый, ниже белый и снизу справа у нас получается серый. Видите, да? Все эти пины, как они перепинованы. Дальше попытаюсь вам как-то это изобразить, чтобы вы увидели. Смотрите еще раз. Вот они. Как он вот так вот. Вот они у нас пары. Вот они по цветам, да? Соответственно, а делается все совсем по-другому. Также кан у нас также находится очень далеко. Искали все распиновки, перепиновывали. Получается у нас разъем кана. Первый и второй разъем. Получается, первый разъем это кан хай, то есть высокий, и второй проводочек у нас вот темненький, вернее с темной полоской, кан лоу. Соответственно, так вставляете, соответственно, первый кан хай и второй кан лоу, и у вас мультируль все заработает. Ну и соответственно питание, видите, сверху у нас постоянный желтый и снизу под ним же черный. А здесь, видите, да, совсем все по-другому. Вот так вот производитель Carav делает вот такие переходники. В чем эта проблема, непонятно. То ли проблема это именно в конкретной модели, или же это просто косяк, непонятно. Но мы с этой проблемой разобрались. Все у нас работает. Видите, да, в таком положение, сейчас вам покажу. Видите, да, мультируль у нас полностью работает, сейчас у нас работает радио, все у нас переключается. Поэтому обращайтесь. С вами была студия Баз 93. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.